7 списков, которые должен вести каждый. Сегодня мы расскажем о том, какие списки обязательно должны появиться в вашей записной книжке и как они помогут улучшить вашу жизнь. Список креативных идей. Творчество – процесс спонтанный. Создайте список ценных идей, записывайте необычные мысли. Эта информация пригодится вам в тот момент, когда в голову не приходит ничего оригинального. Список книг, которые нужно прочитать. Если после прочтения очередной книги вы мучительно выбираете следующую, то пора завести специальный список книг. В него вы будете заносить книги, которые хотели бы прочитать. Список интересных событий. Если вы решили завести список интересных мест, впечатлений и ситуаций, которые произошли в вашей жизни, но абсолютно нечем его заполнить, то это отличный повод пересмотреть свое отношение к жизни и начать наполнять ее интересными событиями. Список текущих задач. Да, это скучно и банально, но такой список поможет вам справляться с рутиной, все успевать и никогда не опаздывать. Список фильмов для просмотра. Сейчас выпускается множество фильмов, поэтому тратить время на всякую ерунду – непозволительная роскошь. Хорошо продуманный список избавит вас от некачественных фильмов и необходимости долго выбирать очередное кино на вечер. Список желаний. Кризис желаний, к сожалению, не шутка. Если вы в один прекрасный момент почувствовали вселенскую скуку и поняли, что вам ничего не хочется, то на помощь придет список желаний. Антисписок. Все привыкли, что в список дел нужно вносить те задачи, которые предстоит выполнить. Но в некоторых ситуациях куда полезнее будет завести список дел, которые ни в коем случае нельзя выполнять. Пишите в комментариях, какие списки ведете вы, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.